Меня зовут Алексей Ворон, и мне 30 лет. Я верю в то, что работа над собой – это самый большой труд. Несмотря на то, что я только встал, я не буду кушать следующие 8 часов. Это мобилизирует жировые отложения, повысит уровни энергии и оказывает потрясающее воздействие на здоровье. Чтобы не хотеть кушать, я буду пить минеральную воду, и несколько часов спустя я выпью кофе. Периодическое голодание – это самое мощное и значимое открытие в моей жизни. Я остаюсь в форме круглый год и продолжаю становиться сильнее каждый день. Моя продуктивность увеличилась в разы, и каждый вечер я кушаю все, что я хочу. Я чувствую себя просто потрясающе. Если сегодня день тренировки, я выложусь на ней полностью, только 100% отдача. Я занимаюсь всего 3 раза в неделю и концентрируюсь на базовых, тяжелых упражнениях. Это основа натурального тренинга. Большую часть моей жизни я искал секрет к строительству своего тела. И теперь я могу сказать без тени сомнения, я нашел этот секрет и делюсь им с тысячами людей по всему миру. Вместе мы открываем безграничный потенциал внутри каждого. Меня зовут Алексей Ворон, и теперь настало ваше время.